Создать возможности для самореализации каждого ребенка. С такой целью в прошлом году в стране заработало движение первых. Только в Чувашии в это объединение входит почти 5000 человек, но это далеко не вся молодежь. Как и для чего в республике планируют масштабировать движение? В нашем репортаже. Спорт, творчество, культура, волонтерство, медиасфера, форумы для родителей и детей. В Чувашии реализуются десятки проектов «Движение первых». Они охватывают буквально все направления, в которых могут развиваться и находить себя дети, подростки и молодежь. А главное, им это интересно, ведь они сами выбирают, что им необходимо. Каждая наша встреча, она как раз-таки и начинается со слов, что не хватает вам в вашем муниципальном округе, что не хватает в нашей республике, что не хватает в стране в целом. Что бы вы хотели провести, даже глобально, масштабно. Иногда ребята говорят, ну, действительно такие легкие вещи, которые можно сделать вот прямо, ну, здесь и сейчас. И то есть благодаря вот таким вот общениям мы как раз-таки и выходим на ту проектную линейку, которая у нас выстраивается. Как отметил Олег Николаев, в таких мероприятиях не должны участвовать одни и те же люди, то есть та самая активная молодежь. Главная задача сегодня – масштабировать движение так, чтобы в стороне не остался ни один человек. Через такого тока события мы с вами будем охвачивать только ту активную молодежь, которая будет здесь вовлечена. Это очень маленькая часть молодежи. Поэтому наша задача – охватить как можно большую часть молодежи и для этого, соответственно, вырабатывать вот такой комплексный подход реализации разных задач и, соответственно, обозначение конкретных направлений, в том числе как перед исполнительными органами власти и администрациями муниципальных образований. Во всю эту работу также слабо вовлечены советники глав администрации муниципалитетов по молодежной политике. Именно их задача – погружать в интересные мероприятия как можно больше людей. Чтобы изменить эту ситуацию, создадут коллегиальные органы. Туда войдут члены движения первых и других молодежных организаций. Анна Центовская, Юлия Дюкова, Павел Рядков. Республика.